дорогие детишки, меня зовут Дмитрий, я священник, но до того, как быть священником, я работал в школе 10 лет и сейчас тоже продолжаю также работать с детишками. И здесь в Арсеньеве есть у нас в 10-й школе несколько казачьих классов, и там детишки тоже могут продолжить духовно-нравственное развитие, изучать основы православной веры наряду с изучением других учебных дисциплин. И очень хорошо, что детишки получают такой фундамент. Один из святых, святитель Тихон Задонский, он говорит о том, что воспитание детей подобно тому, как мы сажаем дерево. И когда мы его сажаем, в какую сторону оно наклоняется, в такую сторону оно будет и дальше расти. И вот сейчас как раз мы здесь и педагоги, и родители, и мы, священнослужители, наша общая задача – это посадить наших детишек, чтобы они не криво росли, а чтобы они росли ровно. И на это как раз мы все и прилагаем усилия. Здесь немножечко мы их посадили, поплевали, поудобряли. Ну и дальше тоже мы должны смотреть за тем, чтобы наши детишки росли и крепли на православном фундаменте и духовно развивались и тянулись вверх к Богу. Для этого, как я уже сказал, надо и дальше в школе тоже смотреть, куда мы их отдаем, в какие классы мы их отдаем, подумать родителям, есть ли там духовно-нравственное воспитание. Ну и тоже приглашаю всех детишек и родителей не забывать, что при храмах, при кафедральном соборе и при храме Рождества Христова есть воскресные школы, и тоже приглашаем туда наших дорогих детишек, чтобы они учились и дальше укреплялись в вере, в основах нравственности. Спасибо.